Перевозчики автобусов малой вместимости просят поднять стоимость проезда. В актуальном интервью, чем это обосновано и почему неизбежно. Если у нас увеличится пассажиропоток, то, естественно, у нас будет прямая заинтересованность, чтобы обновлять транспортные средства, да, и лучше за ними ухаживать. Автомобилисты устали от вечных пробок на Змеиногорском тракте. Сколько еще ждать открытия переезда? Погода не позволяла 13, 14 и 15 августа в течение 3 дней не позволяла вести работы. За что он любит Барнаул? Известный арт-критик о своих любимых городских местах. Очень интересная и замечательная площадь, на которой есть удивительный фонтан. Есть в ней какая-то гармония, есть в ней какое-то пространство. О событиях четверга вам расскажут наши корреспонденты и я, Елена Кузовкина. Здравствуйте. Перевозчики по-прежнему настаивают на повышении проезда в маршрутках или автобусах малой вместимости. Тарифы просят увеличить до 19, а некоторые предприниматели и до 23 рублей. В основном мотивируют свои намерения убыточностью. Сегодня в Барнауле поровну транспорта большой вместимости и маршруток примерно по 300 единиц тех и других. Однако в так называемых газельках пассажиропоток составляет чуть более 20%. Содержать подвижной состав становится сложнее, говорят перевозчики. Поэтому увеличение стоимости проезда, считают эксперты, необходимо и неизбежно. Повысилось, в принципе, все. А у них затраты почти такие же, что и на большие автобусы. Я думаю, что повышение будет также при пределах 2 рублей на малые. Несмотря на то, что расчеты по разным предприятиям до 23 рублей. Необходимо делать разницу в связи с тем, что там все-таки комфорт побыстрее. Они останавливаются по требованию. Напомним, в июле стоимость билета в автобусах и электротранспорте увеличилась на 2 рубля. С тех пор проезд в Барнауле в любом виде общественного транспорта составляет 17 рублей. Доводы для повышения тарифа в автобусах малой и средней вместимости тогда в мэрии отклонили, поскольку перевозчики не предоставили экономического обоснования. А сегодня у нас в студии предприниматель Олег Бесчастный. Его автобусы обслуживают несколько маршрутов 59, 27, 41 и ряд других. Здравствуйте. Здравствуйте. 2 месяца назад, когда повышали тарифы, газелисты оказались, что называется, не у дел. А все потому, что не предоставили в мэрию необходимые документы для пересчета тарифа. Что изменилось? Необходимый перечень документов, который утвержден нашей гордумой, да, мы физически не можем собрать. Вот я просто приведу пример, баланс нужно будет, да, предоставить в финкомитет, да. Ну, где баланс, если я на вмененной форме налогообложения, у меня только декларация, все, больше у меня ничего, которую я сдаю. Поэтому, что вы спросили за 2 месяца, мы просто-напросто сейчас эти 2 месяца потихоньку собираем кое-какие документы для подтверждения затратности. Последний раз на рабочей группе говорили, что мы постараемся к сентябрю собрать, что сможем, да, предоставить, и тогда будем уже выходить с вопросом о том, чтобы все-таки повышать тариф. Обыватель уверен, что когда проезд стал во всех видах транспорта единым, то многие предпочтут так или иначе газель, ну хотя бы за скорость. Логичен вопрос. Пассажиропоток увеличивается, прибыль увеличивается. Зачем тогда повышать стоимость? А вы знаете, вся проблема в чем, что у нас... Видите, вы, как опять говорите, газели, да? Да, они быстрее, но они не обслуживают те слои населения, да? Это, допустим, льготников, вот это все, да? Их обслуживают большие транспорт, да? Но мы же сегодня понимаем, что одними льготниками, если мы сейчас, как вы сказали, выразились, да, что ушло к нам больше народу, да? Да, с одной стороны, да. Это нормально, в принципе, да? Но мы тогда похороним большой транспорт, большую вместимость. Мы его просто похороним. Почему? Потому что все, они сейчас, как они выражаются, да, мы возим только льготников. У нас и так-то пассажиропоток упал. Мы пересчитали в этом году пассажиропоток, и он у нас снизился в 3 раза. А знаете почему? Потому что я считаю, что немножко надо обратить внимание на политику, наверное, вот обслуживания именно пассажироперевозящего транспорта. Почему? Потому что сегодня человек рассуждает. Я поеду лучше на своей, покупают у нас недорогие машины, праворукие там всякие, да. Он покупает, он говорит, я лучше на своей поеду машине, чем я буду в душном автобусе и
тратить одно и то же время на проезд до работы. Тогда возникает вопрос. Прям прекрасный пример у нас в Новосибирске, да? Сделали выделенную полосу для автобусов. Выделенную поставили камеры, навели порядок. Классно. Если автобус будет идти по выделенной полосе своей, да, он быстрее придет. Быстрее. Тогда, допустим, взять вас, да, вы 2 часа будете на собственной машине выезжать на работу, 2 часа тратить, или вы сядете в эту же, как вы называете, газель, да, и доедете за 30-40 минут. Есть разница? Поставят многие машины. Ну, встречный вопрос. Своя машина комфортнее, она чище, ухоженнее, а в отличие от некоторых газелей. Вам хоть не нравится вот это понятие. Многие утверждают, что по-прежнему на маршрутах очень много старых машин. В этом направлении что-то вот решаете? А вот вам ответ будет. Если у нас увеличится пассажиропоток, то, естественно, у нас будет прямая заинтересованность, чтобы обновлять транспортные средства, да, и лучше за ними ухаживать и все остальное прочее. Почему? Потому что сегодня просто не хватает средств, чтобы, знаете, приобретать новый транспорт. Если администрация города вас поддержит, насколько, на ваш взгляд, необходимо поднимать тариф в автобусах малой вместимости, и как скоро это может произойти? Я думаю, уверен, прям уверен, что больше 2 рублей нам не дадут поднять. Потому что, вот опять же, мое личное мнение, что инфляция, она идет. Надо закладывать эту инфляцию, а не так, что мы не повышаем долго. Потом мы начинаем подтверждать и начинаем. А для обывателя-то, для пассажира это будет тяжело. Если будет сильно большой скачок цены, да, она должна, я считаю, что идти пропорционально инфляции, повышения каждый год, да, вот инфляция у нас вот такой какой-то небольшой процент, пусть это будет 50 копеек, да, в год, ну, подняли, то есть, чтобы и пассажирам было привыкать легче, и не было, чтобы такого скачка, вот и всего лишь. Ну, хоть какие-то сроки обозначьте, чтобы уж люди готовились, когда в декабре или в начале года. И если мы в сентябре выйдем, то я думаю, это будет не раньше, наверное, октября повышение, октября-ноября. Почему? Потому что, опять же, мы понимаем отлично, если даже мы получим добро, то нужно будет в СМИ это все озвучить, какое-то время дать подготовиться, вот это все, пока прокуратура утвердит. То есть это очень такая процедура длинная. Спасибо за эту беседу. А я напоминаю, что гость нашей студии сегодня – предприниматель в сфере пассажироперевозок Олег Бесчастный. Гостем нашей студии в субботу будет бизнесмен Павел Тулин. Задать ему вопросы теперь можете и вы, наши телезрители. Звоните нам по телефону 658-648 до 11 часов в пятницу. Вопросы принимаем и на адрес нашей электронной почты citynews@alt.ru. Самые лучшие и интересные 2 вопроса мы зададим гостю в рамках нашей субботней программы. Ждем ваших звонков. Открытие автомобильного переезда через трамвайные пути на Змеиногорском тракте переносится на 2 дня. Об этом заявили сегодня городские власти. Напомним, ремонт на пересечении улиц Ванесова и Карева обещали завершить к 19 августа. Однако до сих пор трамваи здесь не ходят, автомобильное движение осуществляется в 3 полосы. В результате на подъеме в гору даже не в час пик частенько образуются пробки, а уж вечером они ежедневны. Нередки стали аварийные ситуации, например, такие, свидетелями которой мы стали. Как пояснили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, сроки сдвинули из-за погодных условий. Погода не позволяла 13, 14 и 15 августа в течение 3 дней не позволяла вести работы. Сейчас работы все выполнены непосредственно по укладке рельсы. И сейчас ведутся подготовительные работы по укладке асфальта. Поэтому вынуждены были перенести срок открытия на 2 дня. То есть 22 числа планируется движение открыть. Также пока не открыт переезд на Советской армии Малахова, но по другой причине здесь не установлен светофор. Между тем, уже 22 августа приступят к ремонту 3-го из запланированных переездов на пересечении Павловского тракта и Попова. Там ремонт планируют завершить ко дню города. О вариантах объезда транспорта мы сообщим позже.
Дороги будут ремонтировать оперативнее и качественнее благодаря «Автодорстрою», новому предприятию, созданному на основе районных МУПов. Такое заявление на круглом столе, посвященном удобству проживания в краевой столице, сделали специалисты городского дорожного комитета. Какие еще злободневные автомобильные темы поднимали на мероприятии, организованном Сибирской медиагруппой, расскажет наш корреспондент Алексей Янкин. Главный плюс одного предприятия вместо пяти – это сроки, считают в профильном комитете. Дорожникам теперь не нужно 1,5–2 месяца тратить на аукцион. Единая организация «Автодорстрой» может сразу после муниципального заказа приступить к ремонту проблемных дорог. Для Сибири это особенно важно. Строительный сезон длится считанные месяцы. Финансирование теперь будет на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог осуществляться путем субсидирования. То есть не через аукционы, что в принципе позволяет, как говорю, более оперативно и качественно выполнять работу. По субсидированной системе уже ремонтируют улицу Ядринцева, Островского и Малый проспект Космонавтов. Не обошли участники круглого стола и самый острый вопрос. Что сегодня конкретно делается, чтобы избавить город от пробок? В этом году реконструкцию улицы Власихинской, удавки это делаем, да, до 15 метров расширяем от Шумакова до Попова. Реконструкцию Северно-Власихинского сделали параллельно, тоже кому-то, если надо уходить. Есть проект, прошедший экспертизу у нас на устройство второй полосы движения по улице Попова. Сейчас мы прорабатываем вопрос об ограничении стоянки именно в центре города, сделать их платными. Практика городов других показывает, что ситуация улучшается. Порядка 30% у нас поток разгружается. Рассматривает город и планы расширения автомобильных горловин, у которых в часы пик формируются пробки. Эти места у всех на слуху. Перекресток строителей Павловского тракта и мост в районе Нового рынка. Если организация реверсивного движения в первом случае не находит поддержки у специалистов, то идея расширить мост на Ленинском проспекте за счет моста, который когда-то построили для трамваев, экспертам видится жизнеспособной. На переоборудование его под автомобильные нужды, подсчитали они, требуется 100 миллионов рублей. Столько же будет стоить и надземный переход в районе ТРЦ «Европа». Его строительство не раз анонсировали в СМИ. В настоящее время на данном участке мы разрабатываем проект, потом проект будет проходить госэкспертизу. По мнению организатора виртуального автосообщества Алексея Куриленко, Барнаул мог бы стать удобнее для укротителей железных коней, если бы в городе как следует следили за дорожными знаками. Многие из них утопают в зелени. Автомобилисты и представители власти договорились создать в интернете ветку обсуждения, где любой желающий может разместить фотографию запущенного знака с адресом. Специалисты пообещали реагировать на все сигналы. Алексей Янкин, Александр Антропов, информационный канал «Город». В Барнаульском аэропорту произошел романтичный инцидент, от которого у дамы случилось помутнение рассудка, а у мужчины – сотрясение мозга. 47-летняя жительница Салехарда в ожидании своего рейса распивала горячительное в кафе аэровокзала. Здесь же обедала хоккейная команда, в числе которой был и спортивный врач. Женщина начала проявлять к нему интерес, но мужчина не ответил взаимностью и вышел из заведения. Обиженная дама решила отомстить за отказ, догнала врача спортивной команды в зале ожидания и ударила его стаканом по голове. Вот здесь парень сидел, да? Нет, он шоу не сидел. Он шоу на сзади. Обняла, потом ударил. А вы что-нибудь добавите, нет? 7-5, начинается. Бить надо меньше женщину. Пострадавший получил сотрясение головного мозга, а любвеобильную даму за умышленное причинение легкого вреда здоровью суд приговорил к 100 часам обязательных работ. Сегодня в Барнауле завершилась приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Между тем, 6 из них не готовы встречать школьников. Почему? Расскажет Ольга Калачева в традиционном обзоре. Всего за 2 недели городская комиссия посмотрела 266 образовательных учреждений Барнаула. К сожалению, некоторым с первого раза акты готовности не подписала. Были объективные причины, говорят в городском комитете по образованию. Недоделки обнаружили в санузлах, спортивных залах, а также на прилегающей территории. Сегодня официально все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования приняты. Правда, 6 из них с замечаниями по срокам. Это значит, что пока школьники не могут приступить к занятиям. Но до 1 сентября все недочеты будут устранены. По крайней мере, так обещают в мэрии. В основном вопросы связаны с тем, что подрядчик не выполнил свои обязательства. Мы вынуждены были расторгнуть с ним контракт, заключить с другой подрядной организацией, что повлекло за собой увеличение сроков.
треть барнаульцев недовольны ценами на лекарства. Между тем, в целом, качеством медицинского обслуживания удовлетворены почти 70% горожан. Вот такой парадокс. Любопытно, что второй показатель считается самым высоким в Сибирском федеральном округе. Исследование проводил Департамент социологии финансового университета при правительстве страны. По данным Алтайского крайздрава, было изучено 36 крупных городов России. Опрошено больше 20 тысяч россиян. Для сравнения, в соседних городах, в Новосибирске и Томске, дорогими лекарствами недовольны чуть больше 25%. Барнаульцы обеспокоены строительством на площади Советов. Гневные письма уже начали получать некоторые электронные СМИ. В частности, в редакцию «Политсибру» обратился Евгений Данилов, который считает, что площадь Советов, возникшая в 60-х годах прошлого столетия, является объектом культурного наследия, и ее нужно сохранить. Недавно я проходил мимо ЦУМа и увидел, что зеленые газоны огорожены, и внутри ограждения идет строительство. Машины стоят уже не только перед гостиницей «Центральная» и ЦУМом, но и на плитах площади Советов. На том месте, где сейчас ведется строительство, был размещен цветник. Зачем нужно было его уничтожать, если между зданием ЦУМа и гостиницей есть свободное место? Я знаю, что существует государственный строительный контроль, который должен следить за застройщиками. Неужели в данном случае всю ответственность переложили на плечи застройщика? Очень прошу вас разобраться в данном вопросе. Накануне наша съемочная группа побывала на месте строительства. Нам повезло. Мы увидели, что скрывается за металлическим ограждением. Строящееся здание уже приобрело свои очертания. Металлическая конструкция полностью возведена. Начато строительство подземных коммуникаций. Это при том, что градостроительный совет не одобрил проект строящегося здания. Ольга Калачева, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Накануне 285-го юбилейного дня рождения краевой столицы мы продолжаем знакомить вас с городом глазами известных барнаульцев. Сегодня арт-критик Вадим Климов покажет место, где, по его мнению, в центре Барнаула больше всего открытого неба над головой. Вадим Климов известный не только в пределах города, но и Сибири арт-критик, галерист, публицист, поборник высоких стандартов как в творчестве, так и обыденной жизни. Даже обычный городской пейзаж для него – это череда арт-объектов. Какая-то она кривая еще. Слушай, она кривая. Она не берется в параллель. О, я сейчас сделаю параллельный кадр. Я ж не идиот, а она кривая. Мы на площади Ветеранов, которая является составной частью Обского бульвара. Для Вадима это место не то чтобы горячо любимое, оно особенное. Просто потому, что в пределах центра города здесь, если не подниматься никуда на возвышенность, а просто шагать по земле, максимально видно небо над головой. Очень интересная и замечательная площадь, на которой есть удивительный фонтан. Есть в ней какая-то гармония, есть в ней какое-то пространство, живое, дышащее. Здесь даже очень любопытно зимой, не только летом. Здесь какие-то удивительные сугробы. Жаль, что вот как обычно у нас убирают лавочки и посидеть здесь на площади негде перед библиотекой с книжкой. Но, может быть, это для того, чтобы книги не воровали. Скамейка, впрочем, нашлась поодаль. Сели, вспомнили о том, что все пространство Ленинского проспекта когда-то проектировали именно с расчетом на то, чтобы он, как говорится, дышал. Архитекторы понимали, красивое алтайское небо – это не то, что стоит прятать за высокими фасадами. А вот теперь про это, похоже, забыли. Как иначе объяснит, говорит Вадим, что барнаульские просторы зарастают лишними строениями, как, например, вот этот павильон, о котором столько разговоров сейчас. Ведь если город – это наш дом, то почему мы не относимся к нему как к дому? Мы дома делаем уборку, поэтому мы дома у себя вешаем на стену картины, понимаете, и пытаемся купить новую мебель, еще что-то, а нам загромождают и загромождают город ненужными вещами. Впрочем, даже если все проспекты в городе станут узкими и непроходимыми, он не перестанет любить Барнаул. Просто потому, что город для него – это не дома и не улицы, это, как ни банально, люди. Которые не покидают этот город, занимаются здесь творчеством, каким-то созидательным делом. Это не только художники, музыканты, литераторы. Это люди бизнеса, это деловые люди, которые что-то пытаются все время сделать, чтобы город стал лучше. Илья Кочетков, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». В преддверии дня рождения краевой столицы барнаульская молодежь решила сделать живописный подарок любимому городу. На здании корпуса С Алтайского государственного университета скоро появится своеобразная панорама. Здесь будут изображены знаковые объекты, памятники, исторические места. С авторами необычной картины познакомилась наша съемочная группа.
Корпус С классического вуза расположен на проспекте Социалистическом. Центральный вход выглядит весьма прилично, но стоит заглянуть за угол, картина совсем иная. Здесь что-то вроде народного творчества. Подозрительного вида существа соседствуют с записками о любви, а кошка по имени Анька радуется счастливому дню. Говорят, на эту стену уже не раз покушались, в том числе и доброжелательные художники. Но только сейчас стало возможным стену облагородить. Виктор и Полина – выпускники факультета искусства. Это будет их первая столь масштабная работа. Правда, в помощь ребятам пришлось пригласить единомышленников. Команда составляет на данный момент 29 человек, 550 баллонов краски, так, и плюс еще фасадная будет. Плюс фасадной краски 39 банок по 13 литров. Площадь стены более 1000 квадратов, высота 12 метров, длина 90. Планируют, что на большей ее части будет изображен Барнаул в светлое время суток. На оставшемся пространстве художники нарисуют город ночной. Сейчас утверждают список объектов, которые хотелось бы видеть на картине. На прошлой неделе собирали специальную комиссию и, кажется, пришли к единому мнению. Первые, которые вошли в список, не обсуждаясь, это наши буквы «Барнаул», это дом под шпилем, это наш нулевой километр. 7 сентября художники приступят к делу. На все про все они отводят 21 день. Изображение Барнаула будет начинаться со второго этажа здания. На первом нарисуют реку. На случай, если вандалы захотят картину испортить, водную гладь проще реставрировать. Еще даже не приступив к росписи здания родного вуза, Полина и Виктор уже присмотрели очередной и гораздо масштабнее холст, а именно барнаульский элеватор. Говорят, если все сложится, с ним они могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Елена Кузовкина, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Закрытие пляжного сезона в Барнауле отметят днем шашлычника. Лучшие шашлычники города приготовят свои кулинарные мясные шедевры. Праздник пройдет в ближайшие выходные при любой погоде. Подробнее о том, удался ли отдых в этом году для любителей солнца, свежего воздуха и воды, расскажет Лариса Куренкова. Лето заканчивается, и барнаульцы стараются уловить каждое мгновение тепла. Последние несколько дней столбики термометра стремятся к 30 градусам, и у любителей пляжного отдыха еще есть шанс получить порцию загара и принять водные процедуры. Сегодня на городском пляже также есть отдыхающие. Их уже не так много, как в пик жары, когда на городском пляже насчитывали до 5000 человек. И тем не менее народ приезжает сюда. Довольно часто отдыхаем. В принципе, все нравится, хорошо. Ну, хотелось бы еще, чтобы поставили какие-нибудь горки, ну, что-то еще для развлечения. Вот прям очень понравилось. Да, классно отдохнули. Мы первый раз за все лето вот выбрались, прям за лето первый раз. Мы раньше как-то часто ездим. Нравится теплая вода. Нравятся вообще вот мальчики туда гостеприимные, которые проходили вот эти самые. Прям очень прям такие вежливые. По словам работников пляжа, в целом за сезон на этом благоустроенном берегу отдохнуло не менее 100 тысяч человек. Говорят, были даже гости из-за границы. Сервис здесь с каждым годом стараются сделать лучше. Дежурство полицейских и спасателей позволило пройти сезон без чрезвычайных происшествий. Планируем до конца лета, то есть полностью август дорабатывать. Все-таки у людей отпуска, люди должны отдыхать. Мы стараемся для людей. Будет на этих выходных 22 числа. В субботу праздник шашлыка. Приходите все. Прогноз погоды на выходные, конечно, пока не вселяет оптимизма. С большой долей вероятности будет дождь, и температура воздуха прогреется не больше 17-18 градусов. Но закрытию сезона и празднику это не помешает. Как знать, может, в очередной раз попасть на городской пляж можно будет уже только в следующем году. Лариса Куренкова, Александр Морозов, информационный канал «Город». В пятницу в Барнауле ночью от 17 до 19, днем от 26 до 28 выше 0. На сегодня все. До встречи.